Больше 2000 самарских ребят отправятся на срочную военную службу в этом году. Новобранцев ждут именные банковские карты с зарплатой в 2000 рублей, для сирот 3000, обновленная форма и армейские несессоры. Это обыкновенный несессор, который это мужчина любой берет в командировку. Вот, там мыло, мыльница, зубная паста, бритва, щетка. В общем, все какая-то крема, там это до бритья, после бритья. Все большей популярностью пользуется служба по контракту. Портрет самарского контрактника – юноша, уже отслуживший год в армии, ему от 20 до 25 лет. Остальные характеристики – образование, воинское звание и уровень подготовки – могут быть абсолютно разными. И все же из 4000 желающих заключить контракт, служить поедут меньше 1000. Строгие критерии отбора. При этом шанс попасть в армию есть даже у девушек, но, как признаются сами военные, он минимальный. Наших девушек, которые хотят связать свою судьбу со службой по контракту, мы не каждую можем взять. В основном это у нас такие специальности в вооруженных силах, войсках, в основном такие профили, как медицинские работники, те же медицинские сестры, фельдшера, санинструктора, вот, и по связи, телефонистка, радиотелефонистка. Среди призывников этого года есть также трое претендентов на службу в научной роте. Все выпускники Аэрокосмического университета. Прошлой весной в элитное подразделение попал только один самарец. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.